Объем выдачи льготной ипотеки в Тверской области вырос в 3 раза. По данным регионального Росреестра, с января по август зарегистрировано 1096 договоров. Для сравнения, в прошлом году с мая по декабрь было всего лишь 356 подобных ипотечных сделок. О том, кто может претендовать на льготную ипотеку, узнала наш корреспондент. По льготной ставке 6,5% годовых можно приобрести квартиру по цене не дороже 6 миллионов рублей. Жилье можно взять только в новостройке. Первоначальный взнос должен составить не менее 15%. Есть определенные условия для предоставления соответствующей ипотеки. Это приобретение вновь возведенных, построенных жилых помещений. Такие помещения могут быть как в многоквартирных домах, так и в домах блокированной застройки. Обычно граждане, которые решили приобрести жилье, заключают договор долевого участия в строительстве, либо купли-продажи квартиры от застройщика. При этом стоит отметить, что на вторичный рынок жилья льготная ипотека не распространяется. Кстати, в Тверской области реализуется проект «Электронная ипотека за один день». Льготная ипотека осуществляется за 2 рабочих дня. Но также в настоящее время у нас еще внедрена программа «Это электронная ипотека в один день». Соответственно, если документы поданы в электронном виде, то регистрационные действия осуществляются в 1 рабочий день. К слову, в Тверской области активно растет число заключенных сделок по программе «Сельская ипотека», которая начала действовать с 1 января прошлого года. Приобрести жилье можно в поселении, где численность не превышает 30 тысяч человек. Всего с момента запуска программы зарегистрировано 1384 сельских ипотеки, в том числе 891 в этом году.